По сути, в этой неделе можно не только провести встречи с избирателем, но и встретиться со своими коллегами по депутатскому корпусу, да, уже, скажем так, краевого уровня, встретиться с представителями краевой администрации, с депутатами муниципальных уровней, чтобы в таком уже прямом режиме, да, в режиме диалога, там, не через какие-то индивидуальные встречи, а посидеть, пообщаться, выработать какую-то общую позицию.